Опять-таки, очень часто механики, главные инженеры спрашивают, ну, как, собственно, выбрать стратегию. То есть там ППР, не ППР, по состоянию. Есть определенные алгоритмы, которые позволяют по анализу конкретного дефекта, является ли он критическим, либо нет, есть ли метод диагностики, либо нет, выйти, собственно, на формализованный выход. Ну, одним словом, есть сейчас такие формализованные подходы, которые называются RCM, ну, западный термин, обслуживание по результатам надежности, которые формализуют процесс выбора стратегии. Соответственно, вот к чему я говорю, что есть, опять-таки, задача для этих планировщиков, это для каждой единицы оборудования на основе анализа дефектов не просто ткнуть пальцем, что у нас ППР, а именно выйти на именно стратегию замены конкретного узла по результатам именно надежности его.